И снова всем здорово. Сейчас мы проходим тренинг по специальному мануальному массажу. И тема такая — огнетерапия, терапия огнем, да? Или она к нам пришла из Китая, там называется огненный дракон. Ну, это все драконами, драконами называется. Нам для этого понадобится вот три махровых полотенца, таких прям плотных, больших полотенца, да? Для локальной зоны мы заготовили еще одно полотенчико, вот маленькое, да? Понадобится тазик с горячей водой. Не знаю, видно там у него, да? Вот. Понадобится еще грязи разные. Ну, это сакская грязь. Они могут быть разные, да? Это сакская черная грязь. Можно, ну, любые массажные средства, которые прогревающие, да, чтобы они проникли еще ниже, глубже, да, можно разогреть огнем. Поры расширяются, да, и за счет этого эффект лучше. Полотенце мы, соответственно, вымачиваем в горячей воде. Все будет безопасно. Все будет безопасно. Вода сохраняет от огня, чтобы он не распространялся дальше. Естественно, все делается только под жестким контролем. Вот. Пока вымачивается, греется полотенце. Нам это понадобится горелка вот такая газовая. Нам понадобится спирт. Сюда медицинский спирт налит, да, с дозатором. И нам понадобится еще пленка. Соответственно, вот мы начинаем процедуру. Так, руки пока вытрем. Можно нанести грязь сразу на всю спину, но потом стирать долго, поэтому я сейчас не буду, давай руку опускаем. Накрываем, соответственно, пленкой сверху. Получается эффект сауны, эффект быстрой бани. Да? Если в баню выходите там час, два, три, паритесь, да, то здесь достаточно, чтобы прогреться, достаточно 10-15 минут. Ну, может, максимум 20, это уже много будет. Так, накладываем пленку и, соответственно, ножницы нам тоже пригодятся, просто чтобы пленочку срезать. Чуть-чуть складочку делаем на пленке, да, чтобы в следующий раз можно было найти уголок, от которого ее отрезать, чтобы она не склеилась. Так, накрыли пленкой, вымочили полотенце и выжали их. А грязь и пленка всегда можно, да? Грязь? Да. Грязь — это локально, вот мы потом сделаем. То есть первую процедуру я покажу без грязи на все тело, все подгревание. А пленка тоже всегда нужна? Пленка. Ну, не всегда. Можно без пленки, можно через майку, в принципе, делать, да? Через футболку. А если пленка нету, да? Если пленки нету, да. Пленка нужна большей части для грязи. Вот. А фактически эта процедура используется, например, при антицеллюлитном массаже, чтобы быстрее прогрелось, да, потом плюс массаж, плюс банки, плюс витамины, то есть такой антицеллюлитный, это комплексное лечение. Накрываем одной частью полотенца, да, и вторую побольше оставляем свободным, чтобы можно было прикрыть. Пленка — это чтобы просто он не мог, понимаете, вымокни под полотенце. Полотенце-то мокрое. В принципе, пленка, по идее, надо на штаны и постельно, да, через брюки. Так, а пленка заканчивается, так. Ну, тогда давай вместе соединим. Угу. Можете спортивку туда дальше. Чего дальше? Спортивную вытянуть. А что не осталось пока? Да нет, вот так вот. Слабо.
Так. Еще одно полотенце. Выжимаем. Такой эффектный прием. Очень хорошо это смотрится снаружи. Так. Ну, в принципе, я сделал два полотенца, да? Ну, по идее, одного достаточно будет. Одним полотенцем. Я хотел по отдельности две ноги накрыть, да? Ну, в принципе, вот этого достаточно. Чтобы подлеть вот эту часть. Завещание. Завещание. Вот, оставляем вот эту половинку, да, чтобы накрывать. Больше туда. Шиви его, потом накрыть, если что. Страховка от пожара есть? Ну, вот вторая часть полотенца. Шуточки, шуточки, все. Так, теперь вот спирт. Соответственно, вот тут поворачивается флакончик, ну, как бы дозатор, да? Он либо как спрей может быть. Сейчас, видите, струя пошла. Вот тоненькую струю делаем, да, вот, чтобы локально попадать. Потому что никуда мимо, запомните, у вас не должен спирт литься, там, ни на простынь, ни на волосы, не дай бог, да? Волосы можно дополнительно прикрыть полотенчиком. Ну, подстраховаться, например, да? Так их мало. Мало, да? И так мало. Ну, я просто показываю демонстрацию, да? Если у кого-то длинная копна волос, там у женщины, допустим, да? То их тоже, да, шапочку одеваем и чуть-чуть прикроем себе. Затылок на всякий случай. Вот. Чтобы никуда не попало, поэтому... Прыскаем аккуратно. Бывают такие дозаторы с трубочкой, да, направленные, так сказать, загнутая трубочка, и вы льете прям конкретно на то место, которое надо. Значит, человек жалуется, вот тут ягодица ему болит, да? Вот, на ягодичные мышцы, значит, прыскаем побольше, так вот, душевидную мышцу. И вдоль паравертебральных мышц. Поясничные. А лопатка? Да, лопатка тоже, да, вот так вот. Вот дополнительно все спрыскиваем. Чтобы на голову не попадало. Лично у нас все здесь и по ноге. По центру идет спирт. 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 По центру идет у нас седалищный нерв в глубине, да, и самые крупные мышцы вот его обжимают, как правило. Процедура несложная, но еще раз предупреждаю, все надлежит под контролем. Мало ли что там произойдет. Да. Вот. Принцип такой, как стало где-то горячо, будешь мне говорить, либо спина, либо там нога какая-то лево-правая, да? Сразу прикрываем. Все, видно, по-моему, да? Круто, прямо. Все, пошло. Так, наверное, переборщили. Так, где, говори? На спине? Да, спине. Все, прикрыли. На ногах терпишь? Терплю. Булки. По булкам, да? Так, опять открываем. И еще раз поджигаем. Поджигаем, да, по тем же местам. Вон оно пошло. Так, в цирке, да? Накрываем. Спину, да? Булки. Булки сразу так. Ноги тоже, да? Все накрыли. И вот по тем же местам, там еще спирт же остался, да, не до конца сгорел. По тем же местам мы проходимся еще разок. Если горячо прям сильно, да, то можно вот открыть и как бы
остудить. Зато посмотрите, видите, сразу прогрелись все эти зоны. Вот они видно под пленками. Видите? Да, видно, видно. Вот, видите, как сразу прогрелось. Так что эта процедура, она самостоятельная, как вместо массажа, так и подготовка для мануальной терапии. То есть разогревается достаточно быстро, если мы массаж там 30-40 минут делаем, да, то здесь можно все это сделать буквально за... У нас сместилось. Буквально за там 15 минут. Испарилось уже, да, спиртное? Так, испарился, да. Так, попа, попа мне наконец. Так, так, давай тушили. Ноги. Попу сперва. Так, здесь нормально? Держим, держим. Хорошо, держим, ждем. Я видел еще, знаешь, как делать, там несколько слоев этих полотенец. Да, несколько полотенец можно, да, подложить, чтобы дольше как бы тепло шло. Оно будет мягче, ну, немножко подольше, да? В принципе, это то же самое. Согрелся. Вот. Спину так, да. В принципе, тушится даже вот рукой. Видите, это безопасно, в принципе. Можно и рукой. Ноги терпят пока. Нет. Они сами бесчувственные. Бесчувственные. Так. Вот это как бы мы сделали, включая свет, на всю спину. Просто сокращу немножко процедуру. И теперь отдельно покажу, допустим, локальную зону, вот у человека болят плечи, да, или одно плечо. Тогда мы... Небольшое полотенце, да? Правда. Да, небольшое полотенце будем использовать. Правое, вот это плечо? Да, это болит, да? Да, это лопатка и плечо, да? Берем грязь, смазываем именно больное место. А, эти там. Это типа парафин? Нет, грязь. Нет, это не парафин, это... Минеральная, природная грязь. Минеральная, да, грязь. Это из Крыма. Мы там были на этом озере, собирали сами эту грязь. Собирали, да? Ага. Сакская. Ну, она самая лучшая считается в Крыму. Это самое лучшее, да, на вот этой средней зоне. Окей, на аптеке не продают или продают? Продают, да. Это я так в аптеке ее и купил. Ну, на самом деле, через интернет заказал. А, нет. Она недорогая, хватает надолго. Вот, конкретное место, локальное, да? Мы каждый день ходили на это озеро. Маски. После него ощущение такое приятное. Просто пресса, она вытягивает всю зону. И питает еще. Вы прям ныряли, наверное, там? Прям купались. Да, озера, прям купались. Да, прям, да? Там, ну, не купались, как бы, мазались, прям ходили по этому. Так, вот и мочевым процессом, кто-то еще что-то было. И делаем... Локально вот только на этом участке. Да, голову лучше в другую сторону отверни. Да, спиртно пахнет.
Так. Ну, моего волоса она не достигнет, не достанет. Я думаю, то. Вот, ждем, как будет горячо, сразу говори. Горячо. Накрыли. И еще раз. Мы уже, в принципе, ладошками тут такое место. Горячо. Раз. Лучше накрывать, потому что когда прижимаешь, да. Больше температуры. Так, да, лучше накрывать, конечно. Лучше накрывать, да. Это я руками для фокуса как бы показал, да, лучше, конечно, накрывайте. Накрывайте. Не, можно так. Остудили дыханием холодного дракона. Еще раз. Холодный дракон побеждает огненного дракона. Терпишь, да, нормально? Угу. И так вот несколько раз делается. 5-6 раз. А накрывает. Так. Так. Ну и последний раз для видео просто покажу. Чтобы не затягивать процедуру. Накрываем. Да, и смотрите, если вы будете передерживать, да, то вода-то, которая была, она высыхает и начинает немножко подгорать полотенце. Mm. Да, ну чуть-чуть там оно. Поэтому вот буквально, ну сколько, секунд 20, наверное, держим, да, и накрываем. 10-20 секунд и накрываем. Все, включайте свет. Как бы на этом мы процедуру закончили, теперь просто все утилизируем. Для чего была пленка, теперь понятно, да? Да. Вот, смотрите, какие покраснения. Включайте даже поярче свет включается. Где? Ну, а грязь мы просто смываем влажной салфеткой. Сухой. Да, потом сухой, да. Вот от нее не останется и следа. Грязная горелая грязь. Крещение огнем пошло. Да, вот видите, какое покраснение пошло. Ну, на самом деле, грязь сразу может не смывать, а оставить у человека лежать, пока она впитывается еще минут на 20. Да, это просто мы... Сокращаем для видео. А после этого надо 20 минут оставить. Да, под грязью оставить еще минут на 20, да, чтобы она еще пропиталась. Там. Полотенце убираешь, и накрыть чем-то теплым. Да, 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 просто теплым накрываете, да. Это мы, чтобы вы понимали, для видео просто сократили саму процедуру. Так, ну, с вами был Олег Алавгубин. Ну, а если вы были не с нами, не здесь, а только по видео, то зря много теряете. Надо быть с нами. Покажи, как покраснело. Видно там на камеру? Да? Вот, эффект сауны. То есть достигается эффект сауны. Ну, можно мне? А, можно мне? У меня стресс был. На тебе? Да. Ну, давай на тебе. Так, пленку можно... Да можешь в футбол. Ага. А, мы просто намочим ее. Полотенце намочим. Так, давай тогда. А ну, у меня же еще одна есть. А может мы сделаем? Да, есть еще одна. Да. Это же у меня спецовка. Да. Ну давай, я просто пленку не помню, где-то у меня еще пленка была. Давай, ничего страшного, Олег. Можно. А, можно, знаете, что положить, забыл сказать. Можно взять эти пеленки, которые детские продаются. И ими накрыть человека. Одноразовые пеленки, да. Подожди, а на ноги как? Ноги что же промокнут? У меня все есть. Смех есть, да? Да. Ну давай. А теперь сейчас будем клиента нету без клиента. Олег. Есть, да? Да? Если да, у нас сменная есть. Чего? Можно мою пленку, потому что я по-любому ее. Не, но все равно надо промокнуть насквозь. Вот, эту пленку оставим для грязи. Что, я тут положу ее?
Так, это закончилось. Тебе понадобится, значит, всего два полотенца, вон то бери и вот это. Значит, я практиковать не буду. Почему не будешь? Потому что. Вот. Я сделаю. Нет, это я сделаю. Кому? Ты в стрессе? Кому? Тоже, да? Не, я сделаю. Это я могу. Стресс? Нет. Мне просто говорить тоже сразу горячо, да? Да, когда горячо, просто говоришь и... И заранее говоришь. Когда уже чувствуешь, начинаешь, потому что потом поздно говоришь. А жопа на степени будет уже поздно. Дайте договорить. Да там несколько секунд, на самом деле, ожога не будет. Так, что вам там пишет, ребята? Так, теперь с нами. Всем привет, да. У нас идет огнетерапия. Ставьте нам лайки, да? Фаер-шоу. Фаер-шоу, да, вот такое назвать, да. Так, мне кажется, да, замало? Ну ладно, сейчас свечи налью. А, вот это налью. Либо ты согреваешься, не будет как-нибудь. Мази? Да, наверное, мази. А что ты несешь? Ну, я намажу вот здесь, потому что они на муку чуть-чуть, наверное. Или я высохну, и завтра полчаса буду засохнуть. Ставь его нормально и выжимай нормально. Бери его пополам. Вот. И выжимай хорошо, потому что вода потом делает холод человеку. Эй, мой телефон горит. Иди туда. Я сейчас сниму тебя. И твою бабушку сниму, и тебя. Это как... И что? Это как газом заполняем, вот это у нас заполнит газом. Так, какой твой твой телефон? Вот это, вот последний, да. Это? Вот это моё. Вот это, да. Это? Не это. А, я смотрю. Вот, смотри, я сейчас накрою, и потом стоп делаешь, и будет дальнейшее, понимаешь? Тут я тебя будет. Очень хорошо понимаю. Если я бы не понял про жизнь, я с тобой не связался. Ты же мало раз тоже понимаешь. Начинается колхоз. Вот это фото. Подожди. Вот это. Чай. Ну да, вот если можешь. Сами, да? Тепло полотенце, да, да. Тепло должно быть. Там немножко ты тем полотенцем перекрывать будешь, когда двигать. Оно было два подвинется, да? Чтобы оно друг другу не мешало. Все, да, давай. Снимай. Давай. Не-не-не, подожди. Напрыскать надо так, чтобы, да, чтобы была полосочка. То есть ты прям... Вот видишь, полоска идет, когда можешь... То есть ниточку только тоже соединяем. И вторую полосочку. Ну давай, доделай до конца. Не-не, доделай полоску до конца, до сюда. Много не лей. Просто когда наклоняешь, он не прыскает. Много волос. Подожди. Чего? На глаз брызнул. Как это на глаз? Давай, ты еще видео снова включай. Теперь вот это побрызгай ягодицы. Вот так вот. И сюда. Посередине. Вот так сейчас, да? Да, вот так побольше тут. Когда ты наклоняешь, там не поступает жидкость. Вертикально. Не наклоняю, поднимай чуть-чуть. Во-во. Закончился? Закончился? Давай наполним тогда. Покри снимайте. Сам вырежешь себе, устраиваешь видео. Что у меня? Страничек? Два видео. Два коротких видео. Фу. А это?
Олег, а ты что до сих пор не сказал, где он находится? Это где ты находишься? Он скажи, сможет, да? А там есть такая на тиктоке. Ты скажи только, где ты находишься, скажи адрес. Ладно, у нас сегодня обычай, то есть сегодня Старый Новый Год встречаем. И завтра Святой Василий, так что я уже зарядил себе пакет. Чего? Ну чего? Ну еды там, ну. Чуть-чуть огненной воды. Я про огненную воду говорю. H2. Что там еще? Там я забыл. Композиция. У нас там есть, ну, знакомые, они сами делают свое. Чашу. Тоже налит. На этот раз. Пропустил где-то тут. Да, хватит. Ну, здесь соединим, тут это еще не пропуску. А, вот все. Что, можно, да, начать, да? Хватит, всем? Давай, включай, да. Покажи, как он прыскает. Покажи, как прыскаешь. Включай, пару, прыскай. Здорово. Красиво говоришь. Ну. Вот, тут полочка ее ровно, а тут ты не допрыскал. Да быстренько, быстренько, быстренько. О-о-о. Вверх, вверх, Олег. Белая. Готовься там тушить. Давай, приготовься тушить. Ой, горячо, горячо. Где именно? Говори, где? Где? Здесь все закрываем. Открываем. Быстро, быстро, быстро. Раз. Да, там уже рукой можно. О-о-о. И назад, и заново. Поджигай, а? Одну часть. Во. Спина. Спина, накрывай. Бедра. Бедра. Накрывай. Какой-то шаман. Шикарный шаман. Ай, что там? Ну, хватает там. Но главное, ты это понимаешь. Бедра. Бедра. Помните, ни в коем случае не включаем спрей, распылитель. Только вот струйкой и только метко попадаем, когда надо. Ну и только струйка так, чтобы она распылилась. Да. Вот, да. И идем помочь. Вот здесь сразу. О, красота. Жопа, она горит. И готовься закрывать бедра. Спина нормальная? Там его прослойка толстая. Все, спина. Хорошо. Все. Так. На, попробуй. Так, эти теперь выключи и... 30 секунд или минут, не так, что будет. 30 секунд? Или минут, короче. Это... Без меня, да? Какой минут? Давай без сам. Какой минут? Нет, я сейчас... Секунд. Я понял. Это будет... Сейчас это все, да? А, вертикально. Значит, тогда да. Вертикально, да? Вертикально 30 секунд. Сейчас, подожди, когда я сейчас брызгиваю. Полоски делаю. Не так место, а вот так вдоль. Вот так. Ш-ш-ш. Ну так, ну типа, чтобы струя... Дорожка была? Да, дорожка. А то она будет местами, будет... Не, ну тропинка, чтобы это самое. Она горела. Давай, на все. Давай. Го, молодец. Туши. Ноги тоже, да? Ягодицы, да. Спина. И все. Все хватает. И можем показать для видео уже хватит. Насколько тут она покраснела, видишь? Ей надо это. Хорошо, да? Все помыть. Температура поднялась? Да, очень. Да, видите, температура поднялась, можете пощупать. Пощупать. Так, ну все, грязью будешь поясницу мазать? Не будем. Не будем. Не будем грязью делать, да? Да, я понял. Будем сохранять. Ну, как вы и так все поняли, да? Да. Все, тогда это забираем. Давайте без грязи.
Из грязных дел. Грязина. Горе мне. Вот, спасибо, у меня стресс сняли. После ты их укалывал. А, надо же было еще сюда открыть тоже. О, точно. Сделаешь, может, сюда вот маленьким полотенцем? Давай. Грязью надо сделать? Ну, без стресса. Ну, давай без грязи, да, просто полотенцем, локально, только на икру. Что снимать, да? Да, что делать сейчас? Идешь, я грею задницу. А у меня пол включен, да, включен. А это, да? Ага. Да. Ты поедешь со мной на Ленинград, там, сделаешь мне массаж, я лягу, а то поедет на работу потом, в ночную. Чего? Не смогу тебе делать. Видео лучше, так. Если бы знал, где еще нажать, на то трандулет. Как чувствуешь? Горячо. Очень горячо. Открывай, открывай. Очень горячо. Не надо ждать, пока очень горячо. Давай, Шахрудин. Баш. Шахрудин у нас. Он мангалщик. Мангальщик, да? Да. Горячо, очень горячо. Давай, 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 накрывай. Ты еще прижал, да? А, спасибо тебе. Прижимать надо. Поду туда. Ну там просто надо без одежды было, чтобы это открыть и подуть. Все, да, на кожу. Еще. Все, можно еще, да, еще пару раз. Абдула. Абдула, подтягай, да. Ты не нажимай, просто накрываешь. Ты ничего? Можно. Угу.